Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак. Смотри на мир легко». Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на Первом независимом ЗАПТВ. Спонсор прогноза погоды ООО «Биотек» – инновационный комплекс «Оптимак». Спонсор одежды ведущий – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Каждый год 21 мая российские инвентаризаторы и специалисты БТИ отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в Чите нас ожидает переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла. Днем нас ожидает плюс 17, плюс 19. Хорошего всем дня и до встречи в эфире. В глазах песок и жжение. Оптимак. Смотри на мир легко.